Ранним субботним утром на пересечении проспекта Аль-Фараби с улицы Татимбета начали собираться велолюбители. Сотни костюмированных персонажей, герои старых сказок и кумиры нового поколения взяли старт вместе с рядовыми алматинцами. Веломарш возглавил аким города Ахмеджан Есимов. Весело и дружно пролетели 20 минут велосипедного представления, после которого 1500 алматинцев и гостей нашего города финишировали у парка первого президента. Спорт – это образ жизни людей, пропагандирующих прежде всего здоровье. Поэтому мы должны наших алматинцев к этому приобщать. Почему мы проводим и велопробеги? Алмата – это спортивный центр нашей страны. Также глава города отметил высокое качество дорожного покрытия на проспекте Аль-Фараби. Уже через полтора месяца по этому маршруту пройдет первая профессиональная велогонка «Тур Алматы». Дорожное полотно на 100% уже готово к проведению этих соревнований. Еще мы будем оформлять город соответствующим образом к этому соревнованию, поскольку 250 миллионов людей будут смотреть этот профессиональный велотур. То есть будут смотреть не только на спортсменов, но и будут смотреть на наш город. О велосипедных стартах в Алматы знают не только в Казахстане, но и за рубежом. Винсент Лальеу приехал из Бельгии специально, чтобы поучаствовать в алматинском велопараде. Я первый раз, пришел здесь в 2008 году. Я пришел с моим велосипедом. Я всегда катался на велосипеде. Здесь всегда. Но я не постоянно здесь, но когда есть всегда. А я заметил, что ситуация увеличивается, что больше и больше молодые люди, экстремальные, ситибайк, вот все такая молодая поколение, они вот так. Затем собравшиеся всеобщим голосованием выбрали победителя. Больше всего аплодисментов досталось легендарному альпинисту Максуту Жумаеву и его сыну. Они и выиграли главный приз от производителя чайного напитка Fuse Tea – новенькие айпады. Держит, разобьет новый айпад. Под ваши аплодисменты! Масштабные международные старты для Алматы уже обычное дело. Через 4 года город станет столицей Всемирной зимней универсиады. И это лишний раз доказывает, что Алматы – самый спортивный город Казахстана и уверенно идет к статусу одного из центров мирового спорта. Первый велопарад в Алматы прошел интересно и неожиданно. Столько разных людей, столько разных персонажей. Кто-то приехал даже из Бельгии. А даже само награждение, которое завершилось грандиозной победой Максута Жумаева и его сына, должно стать хорошей традицией для алматинцев.